А сейчас у нас в гостях Александр Котляров. Добрый вечер. Так что же. Иннокентианинский музыка Александра Суханова. Романс. Посвящая всем женщинам, которых мы любим и которые любят нас. Если вдруг ожила небылица, на окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться, все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь и на голос печали, потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирени и луна. Но бывают такие минуты, когда страшно и пусто в груди. Я тяжелый, немой и согнутый, я хочу быть один, уходи. Ты придешь и на голос печали, потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирени и луна. А сейчас на сцену выйдут люди, которые особо не нуждаются в представлении. Настолько часто они поют на концертах и их организовывают. Лев Сандлер и Виктор Воронов. Я пока говорить буду, а ты подключайся. Ну, во-первых, добрый вечер с теми, с кем я не поздоровался. Во-вторых, мне очень приятно быть на юбилее КСП. Я с КСП связан с 80-го года, как я вернулся служить в Самару, и с тех пор с ними никогда не расставался, всегда дружил. Дело в том, что КСП для меня это какая-то особенная структура, она существовала по всему Советскому Союзу, и они все дружили, у них не было конкуренции, у них не было каких-то обид и так далее, и вот эта дружба, она все до сих пор сохранилась. Поэтому мне приятно, что мне разрешили спеть одну песню. Но вы представляете, каково мне было найти эту песню? Я мучился, думал одно, другое, третье. И вдруг с неба. Я позавчера просыпаюсь, мне снился сон. Я сидел, пел, рядом сидел со мной Юра Панюшкин, он мне первый раз приснился. И вот эту песню, которую я ему пел, он мне вот сказал: Лёва, вот ее и пой. Песня довольно-таки странная. Ее приписывали в свое время Иосифу Бродскому. А автор песни, Михаил Львович Полячек, очень гордился тем, что его песню приписывали Бродскому. Он ее написал в 1958 году. Песня называется «Уродцы».
горев на кострах эмоций. Мы по жизни идем ногами, симпатичнейшие уродцы с перекошенными мозгами. Симпатичнейшие уродцы с перекошенными мозгами. И особой причины здесь нету, и такой уж породы все мы. Остаются неспетыми песни, недописанными поэмы. Остаются неспетыми песни, недописанными поэмы. Уколовшись о наши щеки, об улыбку скользнувшую криво, убегают от нас девчонки к обаятельным и красивым. Убегают от нас девчонки к обаятельным и красивым. На прощанье мы их не просим обогреть, приласкать уродцев. Нас легко оторвать и бросить, но забыть нас не удается. Нас легко оторвать и бросить, но забыть нас не удается. И у новых костров воскреснут неуклюже, грустны и немы недопетые наши песни, недописанные поэмы, недопетые наши песни, недописанные поэмы. Спасибо. Лев Сандлер, как хранитель того, что называлось бардовской песней, и того, что еще не называлось бардовской песней. Кстати, на входе есть двухтомник, их совсем несколько штук осталось буквально, составитель Лев Сандлер, там больше 1000 текстов до бардовской и бардовской песни. И там же есть школа игры на гитаре Дмитрия Дихтера Димы. Это уникальное совершенно издание. Вот. Я тоже естественным образом ломал голову, что же спеть, потому что, во-первых, приятно чувствовать себя молодым. Первую песню я написал 43 года назад, а здесь 45 празднуют, поэтому я, в общем-то, как автор родился позже, чем КСП Самарская. Был соблазн, конечно, спеть 43-летней давности песенку, но я решил полугодичной давности. Стихи Юрия Михайлика. И ночь легка, и жизнь долга, и руку протяни, зажгутся белые снега, веселые огни, и грянет праздником в лицо январский календарь. Но пароходик прокричал, и кончился январь. Но пароходик прокричал, и кончился январь. Каждый раз, как первый час, и будет так всегда, пока раскачивают нас надежда и беда, покуда с левой стороны пульсирует кристалл. Но пароходик прокричал, и дождик перестал. Но пароходик прокричал, и дождик перестал. Так что ж ты делаешь со мной у жизни на краю? Какой еще платить ценой за музыку твою? Продлись, любовь, не уходи, побудь в последний раз. Но пароходик прокричал, и сразу свет погас. Но пароходик прокричал, и сразу свет погас.
Там в темноте ночной причал, и там который год кричит, как птица по ночам бессонный пароход. Еще гудок, еще годок, а помни, жизнь моя, на посошок еще глоток вишневого питья, на посошок еще глоток вишневого питья. Но пароходик прокричал, но пароходик прокричал. Сейчас нас поздравляют наши любимые друзья, туристический клуб «Политехник». Друзья, мы поздравляем всех, но хотим обратиться к нашему поколению, к тем людям, с которыми радость человеческого общения мы пронесли через всю жизнь. В СУЕ о главном не принято говорить, но день рождения как раз такой повод, когда можно сказать о высоком, о главном. Пожалуйста. Разрешите вам напомнить о себе, пусть теперь мы реже видимся уже. И хоть заняты делами мы подчас, не мешает это думать нам о вас. Может, в этом деле пользы никакой, просто радость не становится порой. Песни Ландсберга поем мы всякий раз, стоит только нам задуматься о вас. Не хотим мы думать, что же нам надеть, не хотим мы думать, что же нам поесть. Не про Сирию и не про Гондурас, мы хотим, представьте, думать все о вас. Нам твердили, что любви на свете нет, говорили, даже дружбы меркнет свет. Мы не спорили с людьми, но в этот час продолжали молча думать мы о вас. И восторги вам дарить, только в радостный, да и в тяжелый час. Знаете, мы все время думаем о вас. Нет, ты вот оставь микрофон.
Все будет. Все будет. Микрофончик, давай туда. Кто эти микрофоны придумал? Мы без шпаргалки не можем. Ну, бывает, да. Будучи прошлым, все студенты, все помнят. Это было давным-давно. А кажется, в прошлую пятницу политех в лице КСП нашел себе друга, любовь и соратницу. Приглянулись мы друг другу мы. И теперь можно смело признаться, обоюдно решили в те дни, что нам надо почаще встречаться. Эти искренность и красота не могли без внимания остаться. И нарочно мы делали так, чтобы с вами почаще встречаться. Вы сразили нас песней сердца. Мы, те, что можем по рекам сплавляться, вместе стали в походы ходить, чтобы вовсе не расставаться. И сейчас только повод найдем. Все бросаем, не можем сдержаться. На край света за вами пойдем, чтобы послушать и любоваться. Мне текст есть. Дорогие друзья, раз в 5 лет встречаться чудесно, но давайте почаще встречаться. Самое главное, мы подготовили очень поздравление, которое я сейчас должен сказать, я его зачитываю, ребята. Значит так, друзья, турклуб Кубинского Самарского политеха поздравляет Самарский КСП с 45-летием и хочет выразить свои чувства по этому событию. Сегодня мы собрались здесь не зря, потому что всех нас объединяет один праздник. Это юбилей КСП. Это 45 лет совместной жизни. Позвольте поздравить всех присутствующих с этим праздником и пожелать дальнейшего процветания, досягаемых вершин и огромного размаха в делах КСП. Здоровья вам и любви к вашему, точнее, к нашему общему увлечению. Итак, стих поздравительный. Мы командой давно уже стали, и сейчас у нас всех юбилей. Эти годы для нас не пропали, что сплотило еще нас сильней. Мы долгий путь проделали не зря, мы много сделали, пришла пора гордиться. За столько лет кругом одни друзья, ведь нам пришлось в одном котле вариться. Мы подошли к обед, к отметке юбилей, всем КСПшникам и весело, и грустно. Всем очень хочется по рюмочке скорей. Поздравить нам сейчас друг друга можно. Ура! Поздравляем, дорогие друзья! С праздником, дорогие товарищи! Ура! Давай я скажу. Ну, давай. Так, все, да? Нашей дружбе положил начало интеллигентнейший человек Владимир Александрович Зубарев. К сожалению, очевидно, дамы из клуба «Самодеятельной песни» на минуту оставили его без внимания, и он сильно простудился. Поэтому он сегодня не с нами. Но он же положил начало в 2015 году новому возрождению клуба туристов Политехнического университета. И теперь, начиная с 2015 года, теперь уже 4 курса студентов занимаются спортивным туризмом по программе физического воспитания, получают зачеты в зачетке, участвуют в соревнованиях, занимаются в спортивном зале каждую пятницу, занимаются в аудитории каждую среду, где изучают теорию, вяжут узлы, да, рассматривают устройства байдарки, катамарана, палатки и спальника. И каждую субботу и воскресенье ходят в походы выходного дня и не боятся на ноябрьские праздники уехать в Смолькино
и в зимней палатке с печкой провести две ночи. В 2016 году они впервые сходили в категорийный поход по реке Сок. А уже в этом, 2019-м, а уже в этом 2019-м выросли до четвертой категории сложности. Время тянем, друзья. Я хочу сказать, что... Одеваемся. Вот Анатолий Михайлович очень может долго говорить по том, какие у нас достижения у туристического клуба политехнического института и теперь университет. Я хочу сказать, что вот этот юбилей, вот я посмотрел, оказывается, в КСП 7 поколений я насчитал. Самое большое поколение, наверное, первое, там было на сцене 21 человек и 16 мальчиков. А у второго поколения был один человек и 3 мальчика. И вот, собственно говоря, поэтому в 78 году начался процесс. Все, процесс начался. Друзья. Второе поколение — это наше. Друзья, встречайте на сцене мужик-холл КПТИ. Ура! Oder pleite, Moslem oder Christ, Hindu oder Heide.
Seele, du bist grün oder blau, schwarz oder weiß, was ist gut für den Körper, für die Seele, für den Geist, der Tanz. Du hast eine Menge Sorgen oder du hast keine, bist verlobt, geschieden oder ganz alleine, du bist dick oder dünn, Jungfrau oder Stier, du wolltest gar nicht kommen. Они уже... Владимир Петров. Нет, а, не закончил. Пардон, пардон. Все, да? Все, заканчивай. Ну, извините, плохо кричали, плохо просили. Вот, надо было громче кричать. Да, вот. Дорогие друзья, мы всегда вас поздравляем, мы вас очень любим. Мы очень дорожим нашей дружбой. Мы готовы быть с вами на всех вот вечерах, у костра, в походах, в палатках. Мы вас безмерно любим. Поэтому поздравляем вас еще раз с днем рождения и дарим вам свои подарки. Клубу «Самодеятельные песни» мы дарим две палатки для того, чтобы они почаще ходили с нами в походы. Почаще ходили с нами в походы. Так, и... а Ольгу Паньшину можно сюда? Да, Ольгу Паньшину и кому-то помочь. Вот, и... вот, молодежь. Молодежь идет. Ой, молодежь, изумительная молодежь в клубе «Самодеятельные песни». И мы дарим вам наши традиционные торты на ваши столы. Принимайте наши подарки. Но это тоже еще не все. Торт от Павловича, 5 вариантов. Давай сюда, говори. Мы знаем, что Сергей Петрович Косинов частенько нам дарит на наш день рождения, юбилей, ежегодно всякие съестные и пивные подарки, вкусности. Мы решили отблагодарить ему вдвойне, кроме основного подарка палаточного, сладенький подарок от Палыча, 5 тортов, поэтому кто хочет попробовать эту вкусность, не щелкайте. Нет. Они сразу на стол пойдут. Спасибо за внимание. А сейчас клуб туристов Палестинского института продолжит выступление. Какое-то бесконечное выступление сегодня, товарищи, но это все связано с переодеванием. Мы ждем наших товарищей, пока они приведут себя значит, в порядок. А я вам... Ну, бубенчики, вот как-то они так не сыграли здесь вот так вот, да. Были бубенчики, но вот так вот получилось. Да. Вот, уже они готовы. Мы с вами ходили в походы. Мы с вами... И ходим в походы. Вы с нами, вернее не так, вы с нами ходите в походы. Мы с вами поем наши песни. По жизни идем хороводом и держимся за руки крепче. Дальше я вот... Сейчас я уже... Дальше что-нибудь. Все уже, ну да. Ну ладно, скажи. От тебя, а теперь песни, да? Поехали. Давай всем уходим. Да-да-да. Забыла. Там текст еще есть? И радость, любовь и улыбки от каждой божественной встречи. Мы любим вас очень-очень, и это нельзя не заметить. Вот. Ладно, все, давайте. 3, 4. Гена. Праздник, день рождения, лучший без сомнения. Ты на нем случайных не найдешь людей. Все друг другу рады. Лучшая награда — видеть рядом самых близких, преданных друзей. Если
скрываем восхищенья, ловим блеск знакомых глаз. Поздравляем с днем рождения и безмерно любим вас. Так же, как и прежде, в нашей встрече рады, помним все, что было, будто бы вчера. И улыбки ваши лучшая награда. Песни КСП мы можем слушать до утра. Не скрываем восхищения, ловим блеск знакомых глаз. Поздравляем с днем рождения и безмерно любим вас. Вместе покоряли новые маршруты, и любовь, и дружба рядом с нами шли. Пусть порою тропы были очень круты, мимо главных песен и друзей мы не прошли. Не скрываем восхищения, ловим блеск знакомых глаз. Поздравляем с днем рождения и безмерно любим вас. Снова наблюдаем смену поколений, и опять приходят те, кто лучше нас. Много новых песен, новых впечатлений. Главное, огонь в синтрах и душах не угас. Не скрываем восхищения, ловим блеск знакомых глаз. Поздравляем с днем рождения и безмерно любим вас. Поздравляем с днем рождения и безмерно любим вас. Ура! Ну вот теперь все, мы закончили свое выступление. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам большое! Мы продолжаем поддерживать традиции, да? Мы смогли показать вам снова политехнический мужик-холл. Мы рассказали вам о нашем движении вперед. Давайте, ребята, идти дальше вместе. Ура! С юбилеем! В следующем году клубу туристов «Политех» исполняется 65 лет. В апреле ждем вас всех. Спасибо большое. А сейчас видеообращение из Канады. Дуэт «Белый рояль». На связи Михаил Овсищер и Татьяна Дрейзис. Без пяти малых грошей полтинник, отсчитаем по песням легко. Оглянись, мы судьбу оплатили неразменным своим пятаком. На колени нас век не поставил, ордена не повесил на грудь, но при свете звезды Акуджавы нам любовь обозначила путь, нам любовь обозначила путь. Мы учились у песенки вольной жить не гордость душою в ладах. Это визбор матрос ледокольный пробивал нам проводку во льдах. И никитинской музой хранимы от попсы забубенной во след заповедные песенки Кима принимали лекарством от бед, принимали лекарством от бед. Разбросала нас жизнь, разбросала, но в кильватере легких ладей
Я по озеру старого зала проплыву на гитаре своей. Здравствуй, здравствуй, я с песни вернулся, пес облезлый с пути не свернул, и как будто рукой дотянулся, теплой памяти кран повернул, теплой памяти кран повернул. Кто сказал, наша песенка спета? Нет, звучит она сквозь времена. Не разменена наша монета и не порвана наша струна. Этот век заговорщик-обманщик, но для сердца не заперта дверь. Видишь, маленький звездный фонарщик даже ярче нам светит теперь. Даже ярче нам светит теперь. Владимир Петров. Добрый вечер. Так, где-то был шнур. Меня тут за сценой сегодня спросили, вообще, какое я имею отношение к Куйбышевскому КСП? Я вот так подумал, действительно, а какое? Сам из Ульяновска, приезжал сюда к третьему поколению, пели песни. После этого мы с другом увели у них двух девушек в жены и свалили на 10 лет. А потом вернулись что-то вот как-то вот так вот. Гитара есть? Хорошо. Я спою песенку на стихи Андрея Акаева, своего друга, и его же эпиграф. Полупесни, полусолнце, полусвет в полуоконце, полусовесть, полуложь, полурадость не тревожь, полуправда полуслов, полумы, полулюбовь. Почему же, расскажи, целиком проходит жизнь? Крестики, нолики, странные дела. За дощатым столиком на краю села девочки, мальчики, ветер в головах, солнечные зайчики, ой, я вздохи, ах. Мне за этой памятью не угнаться, что ж, покрывает заметью, лучше не тревожь. На бумажке нолики, за рекой костры, зайчики на столике, а в земле кресты. Крестики, нолики, странные дела. За дощатым столиком на краю села, на краю села, на краю. Спасибо. Я сейчас хотел бы пригласить Володю Авраменко. Это член нашего коллектива, так сказать, банды, его знают все. Вот. А называемся мы «Самарские барды». Ты решил ко мне поближе встать? Да. Вообще-то у нас трио «Самарские барды», наверное, знаете. И, к сожалению, Роман у нас находится в командировке.
на Дальнем Востоке, буквально там на юге Сахалина. В общем, застрял. Застрял там, да, там непогода, показывал фотографии такие, там вообще ужасная метель. Вот, и я думаю, что наш коллектив, вот трио бы, мог бы представить себе, представлять из себя такой симбиоз всех поколений нашего КСП. Я представитель первого поколения, Володька вот, представитель третьего, а Рома по возрасту мог бы относиться там, к шестому или седьмому поколению. Ну, не к шестому, ну, к пятому будет. Ну, пусть так, к пятому да. будет. Вот. Вот. И мы споем песни, которые мы поем втроем. Слышно, да? Юрий Панюшкин. Юрий Панюшкин часто бывал у нас в КСП, поэтому приятно его вспомнить, его песни. Повязана поляна косынкою костра, она прощаться рано, но близко до утра. Еще туманом белым не затянула даль, еще не догорела в костре твоя печаль, еще не догорела в костре твоя печаль. За кратким расставанием дорога без конца, и словно обещание пальцы у лица. Со мною будет вместе дыхание твое, ты не дари мне песню, ты просто спой ее. Дари мне песню, ты просто спой ее. А нам прощаться рано, но близко до утра. Повязана поляна косынкою костра, повязана поляна косынкою костра. Спасибо. А вторую песню вы наверняка слышали. Скорее всего, первый вариант. Дело в том, что эта песня стала лауреатом Грушинского фестиваля, по-моему, в 1972 году. Ее пел Виталий Фролов, как он сказал, на стихи... Как звали этого поэта? Ну, как-то вот он назвал, вот, и сказал, что вот это его стихи, и спел эту песню. И она всем очень понравилась, и я в детстве, то есть по молодости тоже ее пел. А лет 15 назад, 20, наверное, мне Володя Ландсберг спел второй вариант этой песни. Как казалось, так сказать, поэт написал несколько другой текст. Я не помню, к сожалению. Вот, и нам показалось, что второй, то есть оригинал сильнее. Вот, и мы ее теперь поем. Мы под гитару тихо песни пели, огонь в печурке старой развели. Метели кружат, словно карусели, летят во все концы моей земли. Метели кружат,
Словно карусели летят во все концы моей земли. Ах, эти песни добрые, простые, из той далекой древней глубины. В глазах качнется грустная Россия, когда коснешься пальцами струны. В глазах качнется грустная Россия, когда коснешься пальцами струны. И мы поем, нас двое на заимке, в продутом вьюгой зимнем сосняке. Спят в фотоаппаратах наши снимки, за дверью лыжи, ружья в уголке. Спят в фотоаппаратах наши снимки, за дверью лыжи, ружья в уголке. И я не знаю, да, совсем не знаю, откуда эта песня. Но во сне встает передо мной изба родная, что ждет меня и помнит обо мне. Встает передо мной изба родная, что ждет меня и помнит обо мне. И кто там знает, может, в том задача, что надо с кем-то нам в разлуке быть. Петь о России, старый чуть не плача, чтобы сильнее новую любить. Петь о России, старый чуть не плача, чтобы сильнее новую любить. Гитару под гитару тихо песни пели, мы под гитару под гитару тихо песни пели, мы под гитару под гитару тихо песни пели. Спасибо. Да. По странам, континентам, но многочисленнее всего наше клубное землячество в Москве. Вот и наш первый президент Татьяна Кузнецова приехала сегодня к нам из столицы. Мы приглашаем ее на сцену. Мы хотим поздравить ее с нашим юбилеем и поблагодарить. Ведь это они с Галиной организовали наш клуб. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что мы все есть и что нам посчастливилось в жизни пересечься. Сколько лет? 45? Ну, можно вернуться только к тому, что это 69-го года мы дружили уже на фестивале с клубом КСП «МАИ». И когда нам поручили вот это дело с Галкой, то мы ощущали огромную помощь маевцев. Куаи, маи. Основой первого поколения наше было в основном куаевцы, а маи даже распределились в Самару, КСПшники. И вот так вот мы живы до сих пор. Тех, кого нет, они все равно с нами. Мы всегда их помним. Жизнь продолжается, и слава Богу, что мы имеем такую возможность встречаться. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы прошли, мы все прошли вместе по жизни, и всегда знаем, что есть плечо, о которое можно опереться. Всего доброго, здоровья! Не уходите. А теперь просим выйти на сцену всех участников нашего праздника. Давайте споем вместе.
первое поколение. Давайте, первое поколение. Комсомольцы, добровольцы, первое поколение. Давайте. А можно в зале свет включить? Нет, а то свет здесь бьет. А можно в зале свет включить, пожалуйста? Выходите, выходите, давайте, пожалуйста. Фундамент наш. Не жмитесь, выходите на сцену. Надо, чтоб все-таки как-то нас было здесь побольше. Thank you.
С днем рождения всех!